Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о настойке, которая укрепляет нервную систему. Многие из нас сталкивались с такой ситуацией, когда ложишься спать, а уснуть не можешь. Тысячу мыслей роятся в нашей голове и не дают заснуть. Разные бытовые проблемы и все прочее. Кто-то считает овец, чтобы уснуть, кто-то использует разные другие методы. Я вам хочу сегодня рассказать о волшебной настойке, которая действительно поможет вам расслабиться, успокоить нервную систему и засыпать быстро. Сон ваш будет продолжительный, глубокий и эффективный. Вы будете во сне отдыхать и набираться сил. Вот такая настоечка, у меня уже она приготовлена. В состав этой настойки входит 100 грамм боярышника, 100 грамм пустырника, 100 грамм валерьянки, 100 грамм пион, 50 грамм мяты и 25 грамм эвкалипта. Все это смешивается и заливается алкоголем. Спирт, водка, либо домашний дистиллят. Заливается 200 грамм на те ингредиенты, которые я сказал, 200 грамм алкоголя. Настаивается в течение 21 дня в темном месте. Периодически необходимо эту смесь взбалтывать. Через 21 день смесь, наша настойка будет готова, ее можно употреблять. Как применять нашу настойку? Перед сном, где-то за полчаса до сна, берем чайную ложку, и выпиваем. Запивать не нужно. Настойка ароматная, очень приятная, вкусная. Вот такой способ успокоить и нормализовать вашу нервную систему. Способ этот старинный. Я его использую на протяжении 5 лет уже. Всем моим друзьям, знакомым он помогает. Советуйте своим друзьям, знакомым. Действительно рабочее средство. Всем здоровья, всем пока.